Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в жизни Ставропольской Винномысской епархии за минувшую неделю, а также о предстоящих праздниках в календаре Православной Церкви. Десятого декабря по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла по приглашению руководителя миссионерского и молодежного отдела в Ставропольской епархии священника Антония Скрынникова краевую столицу посетил руководитель информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Даниил Азизов. В этот день отец Даниил посетил вузы краевой столицы, где пообщался со светской молодежью. Отец Даниил отметил, что студенты были заинтересованы беседой и задавали много вопросов на различные темы. Своими впечатлениями о встрече он поделился с нами. Молодые люди очень внимательно слушали. А внимание, мне кажется, это свидетельство того, что с ними достаточно серьезно работают люди. Работают не только их преподаватели, но и те люди, которые занимаются с ними от лица церкви. Потому что, во-первых, я не увидел никакого испуга, страха, каких-то недоумений. То есть это было совершенно органично. Наше общение было спокойным, уравновешенным. Были, конечно, вопросы не очень удобные, но, тем не менее, журналисты должны их задавать, будущие журналисты. Я к этому, в общем-то, готов. Вот мне было приятно, что вообще вопросы существуют. Вечером этого же дня протоиерей Даниил Азизов встретился со студентами Ставропольской духовной семинарии. Для него эта встреча была особенной, так как 25 лет назад он сам был выпускником духовной школы. Вспоминает он о ней с особой нежностью и любовью. Для меня этот приезд очень важен, очень ценен, потому что это мой город, это моя семинария, и сегодня, через несколько минут, я смогу встретиться с воспитанниками Ставропольской семинарии, которую я закончил больше 25 лет назад. И я надеюсь, что мы сумеем пообщаться с ними плодотворно, сравнить, наверное, время, которое разделяет нас, какое было время у нас, когда мы начинали свою пасторскую деятельность, и с чем сталкиваются они, с какими проблемами, и, может быть, о чем-то таком важном мы сможем, что такое важное, проговорить, сумеем. Общаясь с семинаристами, отец Даниил говорил о задачах, которые стоят перед каждым священником, и призвал ребят, совершая молодежное, социально-миссионерское служение, не забывать о главном – любить людей и Бога. Не мог отец Даниил приехать в родную Альма-Матер с пустыми руками. Специально для семинарской библиотеки он привез несколько экземпляров дореволюционных изданий научных работ Московской и Киевской духовных академий. Тринадцатого декабря Православная Церковь отмечает память Андрея Первозванного, первого из 12 апостолов. Апостол Андрей особо почитается в России и считается покровителем российского государства. В 1897 году в городе Ставрополе был возведен каменный собор, почти во всех деталях повторяющий храм Свято-Андреевского скита на горе Афон. С тех пор прошло более 100 лет. По сей день жители города посещают любимый храм. Они приходят сюда с радостями и печалями. Для собора и его прихожан этот праздник особенный. 12 декабря, в канун престольного дня Андреевского собора, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил здесь всенощное бдение. Его высокопресвященству сослужили преподаватели духовной школы в священном сане и клир епархии. За богослужением молились казачество, многочисленные верующие и студенты семинарии. На следующий день, в сам праздник, митрополит Кирилл в сослужении многочисленного духовенства епархии совершил в соборе божественную литургию.
Богослужебные песнопения исполнили хор Ставропольской митрополии, хор Ставропольской духовной семинарии и хор Регинской школы. По окончании литургии митрополит Кирилл и сослужащие ему духовенство пропели славление перед иконой святого Андрея Первозванного. Затем митрополита Кирилла с сегодняшним праздником поздравили воспитанники воскресной школы Андреевского собора. И сестры Иоанномариинского женского монастыря. После богослужения правящий архиерей обратился к пастве с проповедью. Тринадцатого декабря, сразу после божественной литургии, на территории Андреевского собора прошел благотворительный обед для прихожан храма, а также для бездомных и малоимущих. Уже несколько лет подряд в холодное время года волонтеры региональной общественной организации «Здоровое Ставрополье» угощают людей горячим бесплатным обедом. Сегодня на первое – рыбный суп, на второе – гречка с грибами и пирожки. Всего вдоволь, все очень вкусно. Ну, как вы сами видите, люди, да, стоят, ждут, отходят, кушают. Всем все нравится. Поэтому вот проводим такие мероприятия регулярно. Ну, вот, хотелось бы, конечно, чаще, но не всегда есть возможность такая. 6-7 лет вот мы кормим, да, каждую зиму здесь, вот возле Андреевского храма. Благословил ребят на это доброе начинание митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Владыка поздравил присутствующих с днем памяти святого апостола Андрея Первозванного и пригласил всех к трапезе. Четырнадцатого декабря в Спасо-Преображенском храме города Ставрополя праздник. С самого утра здесь ждали гостей, главный из которых – митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Встречали правящего архиерея воспитанники воскресной школы храма вместе со своими родителями. Они спели песню о любимом храме. Спасо-Преображенский храм дан для молитв и спасения нам. Сегодня митрополит Кирилл совершил чин великого освящения храма Преображения Господня. В этот памятный день митрополиту Кириллу сослужили священнослужители епархии. После чина великого освящения состоялась первая божественная литургия на освященном престоле, которую возглавил глава Ставропольской митрополии. Разделить радость великого события с духовенством пришли многочисленные прихожане и друзья храма, а также община глухих и слабослышащих людей, для которых был организован сурдоперевод богослужения. По окончании литургии митрополита Кирилла приветствовал настоятель храма протоиерей Владимир Сафонов. Он поблагодарил правящего архиерея за совершенное освящение храма, совместную молитву и поздравил от всей общины с юбилейными датами – 30-летием священнического служения и 10-летием архиерейской хиротонии. И выражая искреннюю признательность вам, нашему архипастырю, за чудо, которое сегодня было совершено вашими руками, вашими устами, вашим горящим, пламенеющим сердцем. Чудо преображения, обновления одного из старейших храмов в городе Ставрополе, храма Преображения Господня. У этого события очень много необыкновенных и знаковых явлений. Вот, например, одно из них. 14 декабря – это не только день обновления нашего храма и совершения великого освящения, но это еще и день в день, ровно 125-летие нашего храма. В 1894 году при Преосвященном Агафадоре
Преображенском, управляющим Ставропольской и Кавказской епархией. 2 декабря по старому стилю был освящен храм, церковь Преображения Господня при свечном епархиальном заводе. В завершении своей речи настоятель храма преподнес правящему архиерею памятный подарок. Ко всем собравшимся обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Владыка приветствовал и поздравил с великим событием священнослужителей, преподавателей, воспитанниц Регинской школы и прихожан. Я очень радуюсь, когда вижу и ухоженный храм здесь, и достойный пастырь, и вижу, как прекрасно поют, обучаются девушки в Регинской нашем отделении в школе. Как здесь занимаются социальной образовательной работой. Сегодня всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с огромным праздником всей нашей епархии. Тем паче прихода этого. Отец Владимир Сахубов, вам благодарность за ваш труд и все духовенство. Также митрополит Кирилл вручил настоятелю храма, протоиерею Владимиру Сафонову, епархиальную медаль «Ставропольский крест 3-й степени» и храмозданную грамоту. За вклад в реставрацию храма епархиальная медаль также была вручена директору компании «Проект» Артуру Айриану. Архиерейские грамоты были вручены самым активным прихожанам. Всем желаем помощи Божией, крепости духовных сил и до новых встреч. Спасибо, Господи.